На площадке у торгового центра «Красная площадь» развернулась выставка мототехники последних моделей. Все желающие могли не только посмотреть на металлические шедевры, но и прокатиться с ветерком. Причем организаторы мероприятия отдают приоритет безопасности. Наша мотошкола занимается обучением безопасному мотовождению, контраварийному вождению. То есть люди, которые выехали на мотоциклах на этом достаточно опасном, как кажется, виде спорта, должны себя чувствовать на дороге уверенно и безопасно. Здесь же можно было получить основные рекомендации по безопасному вождению. Мэтры продемонстрировали мото-джим Хана, выполнение специальных заданий на время. И напомнили всем, кто мечтает сесть за руль мотоцикла, жизнь дороже скорости и адреналина. Приобретая мототехнику, не стоит забывать о других участниках дорожного движения и, конечно, установленных правилах.